Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано: иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и трените, легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай. Держитесь, сейчас тряханет.
слышит? Эй! Кто-нибудь! Где они? Надо их найти. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Обезьяны. Кто-то должен быть рядом. Эй! Фиона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Надо его срезать. Может, какая-то железка из обломков? Пора на заклады. Достаточно острый. Их все равно что-то держит.
Теперь я заберу снаряжение. Ну почему я все вместе не упаковала? Мисс Крофт, кто-нибудь, прием! Мигель, ты где? Черт! Нравится мне это. Мигель? Ты где? О, нет. Мигель? Мигель? Твою мать! Нет, 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 боже! Здесь надо поосторожнее.
Вот часть обломков. Иона! Я думала, ты погиб. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй, я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Но, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай? Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. По-моему, за теми лианами виднеется деревня. Хорошо, что ты остался у самолета. Я хотел подать сигнал на случай, если ты рядом. У меня была ракетница. Да, Мигель, кажется, направлялся к нему, когда... Бедняга. А когда это Илай успел в тебя впиться? Я хотел проверить, чистая ли вода. Проверил. Ты правда веришь во все то, как это, что ты сказала про бедствие, апокалипсис? Я верю, что если это правда, ради этого стоит рискнуть жизнью. А Тринити за это готова убить. Так значит, дело все-таки вместе? Нет, нет. Когда я взяла ключ, я ощутила силу, которая меня куда-то влекла. Она реальна. Если ты ощутила силу, взяв ключ...
Она теперь у тебя в голове? Нет. Она пропала, когда Домингес забрал ключ. Ты уверена, раз она такая мощная? Давай просто найдем Кувак-Яку, ладно? Да. Знаешь, будь все это ради мести, я бы понял. Ты уверен? Разве тебе не хочется сейчас оказаться там, где тепло и сухо, выпить пиво, пофлиртовать? Еще как, ты не представляешь. Но все равно я бы понял. Дело не вместе. Мы можем пройти здесь. Поможешь? Ты видишь? Это же Кувак-Яку. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. А мы точно идем по тропе? Ну уже, держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Фу. О. О. Почти прибыли. Почти прибыли. Это я уже слышала. Есть. Порядок? Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Я в норме, я в норме. Кто же все это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. Надеюсь, эта постройка здесь, раз уж мы собрались в ту деревню. Я тоже. Мост опущен. А если поднять его с помощью противовесов? Может быть. Эту воду наверняка можно пить. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета. По-моему, вода как-то двигает мост. Знал бы я, сколько придется шастать по лесам, я бы не отлынивал от занятий в тот год в бойскаутах. Всего год? Ну, больше не получилось, так сказать, по семейным обстоятельствам. Слишком тяжело. Помоги мне. Ведро набирается вода. Хорошо. Разберемся, для чего тут противовес. Ведро дырявое. На
Наверное, нам сюда. После вас. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или... Помоги потянуть. Ладно. Что это? Это рецепт. Кажется, какая-то смесь трав. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне.